В Великобритании наступил день тишины перед парламентскими выборами. Опросы, проведенные за последнее время, показывают, что ни у одного из соперничающих движений нет шансов получить единоличное большинство. Правящие консерваторы и их главные конкуренты, лейбористы, идут практически вровень. Преимущество оппозиции, фигурирующее в опросах последних дней, находится в рамках статистической погрешности. Компромиссный коалиционный кабинет – обычное дело в континентальной Европе, но в Великобритании такой вариант всегда вызывает настороженность. Его называют подвешенным правительством, и оно зачастую оказывается малоэффективным. Поэтому политологи считают вполне вероятным вариант проведения новых выборов, если ни одна из партий не сможет сформировать кабинет большинства. Из лидеров соперничающих движений такой вариант озвучил либерал Ник Клегг. По закону внеочередные выборы, если в них возникнет необходимость, должны будут состояться до конца года. Yes.